Всех приветствую еще раз. Расскажу про биржу B2BX и про матчинговый движок B2Trader, который лежит в основе нашей биржи. В целом скажу, что криптовалютная биржа – это очень комплексный продукт, который включает в себя очень много факторов, и для старта необходимо учесть все вот эти вот моменты, которые указаны на слайде. В первую очередь это, конечно, правовая деятельность, это получение лицензий, это открытие банковских счетов, это различный аудит, различные отчеты и так далее. Это технологические решения, это безопасность, ликвидность и так далее. То есть очень много факторов, которые нужно принять во внимание. Но в первую очередь ключевыми компонентами любой криптовалютной площадки является торговая платформа и матчинговый движок. Основные функции матчингового движка – это, соответственно, получение торговых запросов, это агрегация ордеров в стаканах цен и, соответственно, их сведение. Для самой торговой платформы основными функциями являются обеспечение торговли для конечных клиентов, это обеспечение также управления ордерами для клиентов, это просмотр графиков и получение конечными пользователями рыночной информации. B2Trader, наш продукт, объединяет в себе и матчинговый движок, и торговую платформу. Расскажу немного про особенности B2Trader. В первую очередь это очень огромный перформанс, это обработка до 30 тысяч запросов в секунду. В целом исполнение запросов в среднем занимает менее 10 миллисекунд, то есть это уровень, скажем так, даже больше фондовых матчинговых движков, то есть это действительно high performance. Также это многоуровневая система комиссии, которая зависит от проторгованных объемов пользователей. И это наличие токена лояльности, который, например, может давать возможность предоставления дисконта для конечных юзеров. Ну и, разумеется, работа 24/7, как уже ранее упоминал Артур, это, скажем так, уже стало для нас абсолютной нормой. У движка, разумеется, есть и базовый функционал, который является стандартом. Это рыночные ордера Fellow Kill и Immediate Cancel. Это лимитные ордера, стоп-ордера. Тут ничего нового. Это торговая API. Доступ возможен по веб-сокету и с помощью отправки REST-запросов. Соответственно, функции там тоже довольно стандартные. Это получение рыночной информации, получение стаканов цен, получение истории сделок по торговым инструментам, это отправка ордеров, получение текущих балансов и так далее. Доступ к данной торговой API осуществляется через публичные и приватные ключи для, соответственно, обеспечения дополнительной безопасности для клиентов. Они также подписываются, используется шифрование SHA-512, что тоже является на данный момент стандартом в криптовалютной индустрии. И, соответственно, имеется возможность в админской панели нашего движка выставлять какие-то индивидуальные комиссии, например, для очень крупных клиентов, которые генерят очень большие объемы. Так выглядит, например, наша административная панель. Это бэк-офис. Бэк-офис является, разумеется, неотъемлемой частью любого матчинга. Вот в нашем бэк-офисе возможен мониторинг балансов по каждому клиенту и в разрезе каждой из валют. Возможен мониторинг активности в таком довольно интерактивном виде, удобном по клиентам. И возможен, соответственно, мониторинг ордеров и сделок по конкретному клиенту. То есть все наглядно, все очевидно. Разумеется, это не окончательный функционал. Функций намного больше. Это и управление инструментами, управление различными ассетами и так далее. Все данные функции, они, разумеется, выгружаемые. То есть для последующего анализа данные репорты вполне, соответственно, подходят. Следующий важный аспект – это сама торговая платформа. Вот ее условно внешний вид. Основной ее особенностью является наличие виджетов. Под виджетами понимается, например,
виджет с котировками, виджет с отправкой ордеров, виджет со стаканами и так далее. Как уже упоминал Иван ранее, главной нашей особенностью является полная кастомизация интерфейса. То есть юзер может добавлять эти виджеты, расширять, удалять ненужные ему виджеты, то есть полностью организовывать рабочее пространство в соответствии со своими требованиями. Например, один из экранов он может использовать для того, чтобы осуществлять именно отправку ордеров. На втором скриншоте показан пример, как он может организовать свое рабочее пространство, например, для анализа графиков. Более того, у нас доступно наличие нескольких workspace, между которыми он буквально может переключаться в течение пары кликов. То есть платформа действительно очень кастомизированная для конечного пользователя, и на топовых площадках действительно такого нет. Мы в этом плане, я думаю, первопроходцы. Еще расскажу дополнительно про особенности нашего интерфейса. Это также группировка объемов в стакане для того, чтобы юзеры могли посмотреть и оценить уровень ликвидности по нашим инструментам. Это глубина рынка для того, чтобы проанализировать баланс спроса и предложения на данный момент. А это watchlist, то есть юзеры могут добавлять туда списки, в этот список инструменты, за которыми они хотят следить в режиме реального времени. И это также ночной режим, который меняет цвета нашей платформы, и тоже, соответственно, в зависимости от предпочтений конечного пользователя. Расскажу про саму криптовалютную биржу B2BX, соответственно, основой которой является B2Trader. Главной особенностью нашей биржи является наличие двух лицензий у европейского регулятора. Первая лицензия на осуществление обмена крипто и фиат, и вторая лицензия – это, соответственно, на предоставление криптовалютных кошельков. На данный момент на бирже есть 4 маркета. Это маркет к USD, то есть, соответственно, пары к USD, к евро. Отдельный маркет для стейблкоинов, то есть такие стейблкоины, как Tether, USD Coin. И, соответственно, маркет к GBP. Мы ориентируемся на только самые ликвидные торговые инструменты, поэтому на бирже доступна 21 торговая пара. И в связи с этим по почти всем инструментам у нас есть высокая ликвидность. Так, например, показано на скриншоте, у нас в стакане BTC к доллару в общей сложности доступно более 200 BTC, то есть это больше там, 2 миллионов долларов. На данный момент на бирже зарегистрировано больше 6500 клиентов. И у биржи также есть собственная разработка, это мобильное приложение. Расскажу немного про доступные методы депозитов и выводов на бирже. Это, разумеется, сами криптовалюты и различные фиатные методы пополнения. В первую очередь это банковские платежи, то есть платежи SEPA для осуществления трансферов в евро. Это SWIFT-платежи, там доступно, соответственно, множество валют. И faster payments для осуществления быстрых платежей в фунтах. Подключены также различные платежные системы, это UPI-карты, Pay и BuilderLinks. Ну и, разумеется, есть карточные платежи, вот о чем мы ранее, соответственно, говорили, Visa и MasterCard. То есть юзер может, соответственно, напрямую сделать депозит со своей карты. На бирже, разумеется, есть в связи с требованием регулятора процедура KYC. Всего доступны два уровня. Мы принимаем и физических, и корпоративных клиентов, причем корпоративные клиенты являются, скажем так, нашим приоритетом. На первом уровне для обоих этих типов доступны только крипто-крипто методы пополнения выводов. На втором уровне доступны фиатные методы. Более того, для корпоративных клиентов повышается, для корпоративных и для физических лиц повышаются лимиты. Для корпоративных клиентов они причем довольно большие. Например, в месяц корпоративные клиенты могут выводить до 3 миллионов долларов в эквиваленте. Действительно, очень большой лимит. На бирже, соответственно, есть процедура автоматического KYC, что, во-первых, облегчает пользователям само прохождение, во-вторых,
облегчает работу нам так же, как со стороны комплаенса отдела, потому что они не тратят на это время. То есть, например, на данном слайде описана процедура прохождения KYC для первого уровня. Пользователю нужно прикрепить какой-то ID-документ, это паспорт, либо ID-карта, и, соответственно, пройти процедуру онлайн-видеоверификации. Если все документы в порядке, если онлайн-видеоверификация пройдена, то буквально в течение пары минут пользователь получает повышение своего уровня верификации. То есть процедура действительно очень быстрая. Безопасность средств клиентов – наша главная, скажем так, обязанность, и для этого мы сделали доступной для пользователей, соответственно, Google 2FA-верификацию, SMS-верификацию. У нас есть белый список адресов на вывод криптовалют, о которых ранее рассказывал Иван. Также мы стараемся улучшить качество сервиса для конечных пользователей, поэтому у нас появилась справочная тикет-система, о которой тоже ранее рассказывали коллеги. Это наличие лайв-чата на бирже, различные FAQ-разделы на сайте и статьи. Немножко расскажу про мобильное приложение. На данный момент оно доступно в App Store. В нем доступен такой функционал, как просмотр графиков и стаканов цен. Это, разумеется, отправка ордеров, то есть полноценная торговля. Из приложения напрямую можно осуществлять депозиты в криптовалютах, также просматривать свои транзакции. Транзакции, причем финансовые, и, соответственно, также и сделки, и открытые ордера. И, соответственно, доступ в приложение возможен для увеличения безопасности через Face ID и Touch ID верификацию. На этом все. Спасибо вам за внимание.